Совет бизнес-омбудсмена – это консультативно-совещательный орган при Совете министров. Нашими основными задачами является способствовать борьбе с коррупцией и другими неправомерными действиями против бизнеса, способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине и изменения культуры взаимоотношений между государственными структурами и бизнесом. Мы действуем чуть более одного года. Наша работа по существу началась 20 мая 2015 года. С тех пор мы получили почти 1000 жалоб от бизнеса по разным вопросам. Мы открыли более 550 расследований по тем вопросам, которые бизнес к нам обращалась, и закрыли более 450 таких расследований, то есть достигли конкретного результата для бизнеса. Только финансовый эффект нашей работы составляет чуть более чем за один год 3,5 миллиарда гривен. Больше всего жалоб мы получаем по действию или бездействию государственной фискальной службы по налоговым и таможенным вопросам. Это составляет 45% всех жалоб, которые приходят к нам. Следующая большая группа – это вопросы, связанные с действиями силовых структур, прокуратуры, полиции, СБУ. Что касается Черновицкой области, на данный момент к нам поступило очень немного жалоб из этой области, всего 5. И это самое маленькое количество жалоб. Из этих 5 жалоб мы должны были отклонить 3 жалобы, потому что они не соответствовали критериям, которые установлены в нашем регламенте. Ну, например, одна жалоба была на действия суда, то есть на решение суда. Мы не пересматриваем решения судов, мы не имеем таких полномочий, и поэтому, к сожалению, нам пришлось такую жалобу отклонить. 2 жалобы мы рассмотрели и помогли решить проблему, с которой бизнес к нам обратился. Первое – это возмещение НДС. Нам удалось достичь, чтобы черновицкому бизнесу было возвращено более 10 миллионов гривен НДС после того, как бизнес к нам обратился. Второй вопрос был связан с карточкой налогоплательщика бизнеса, то есть там в этой карточке были технические ошибки, которые бизнесу не позволяли регистрировать налоговые накладные. И после нашего бизнес никак не мог достичь, чтобы были сделаны поправки в карточке налогоплательщика, и после нашего вмешательства это удалось сделать, и финансовый эффект этих действий составил около 500 000 гривен. К нам обратиться очень просто, то есть самый лучший способ – это открыть наш веб-сайт, найти кнопочку, то есть подать жалобу, и вы будете представлены в электронную форму, которую очень легко заполнить и выслать в электронном виде к нам. Сразу получите автоматический ответ, что ваша жалоба к нам поступила, и мы начнем уже проработку этой жалобы. Более 50% жалоб приходит как раз в электронном формате, и мы поощряем бизнес это делать. Но можно прислать обращение и в обычном порядке. Наш адрес Спасска 30А, город Киев, и можно прислать в обычном формате свою жалобу.